Тельф, да? Завтра исполняется 75 лет по уголовному розыску. Полковник Шишаев Иван Дмитриевич 66-го года отдал всю свою жизнь в борьбе с преступниками. Он задержал десятки бандитов, а сегодня был убит без оружия. Слушай, слушай, твои не полегли, они сдохли как собаки, ты понял, нет? Сдохнут столько же, если вы не прекратите свою ерунду. Лучше выходи, надевай себе белую простыню и выходи, понял, нет? Внимание, внимание, все сотрудники полиции. Я сотрудник полиции, обещаю, что я отомщу за наших ребят, погибших сегодня. Всем защитникам Белого дома. Готовьтесь к гады. Подряд ты, парень. Стреляйте их на месте, мужики, стреляйте, не жалейте. Патронов на всех хватит, лупи их. Ник Русской Православной Церкви, иеромонах Никон. Прошу вас прекратить огонь. В здании полно женщин и детей. Есть уже десятки погибших. Снайперы бьют по стеклам, не жалея никого. Куда? Куда? Другой просил привезти, он хочет сдать. Здравствуйте, заходите. Подбили из пушек. Заходите в тот зал. Раненых мы отсюда вынесли. Здравствуйте, я выпустила вам журналистов. Снимайте тот зал. Четверо отказались, их вот я привела. Они говорят, что я стрелял, показываю, да, вот показываю автомат. Подождите. В масле. Я, как гражданин России, еще раз говорю, я на курок не нажимал. Все, что от меня зависело, отойдите. От меня зависело, я сделал. Совет. Если слышат меня летчики, поднимайте боевые машины. Эта банда засела в Кремле и в Министерстве внутренних дел и оттуда ведет управление. Я умоляю вас, спасайте погибающих людей, спасайте погибающую демократию. Они вчера в Останкино расстреляли более 300 человек. Останкинская площадь вся залита кровью. Это была мирная демонстрация. Кто меня слышит по телевидению и по радио? Оно подконтрольно сегодня ТВ. ТВ подконтрольно и радио Ельцин. Они лгут. Мы не преступники. Мы защищаем тех, кто нашел спасение в этом зале, в этом здании. Мы не преступники, поверьте, мои братья. Убейте вы, чего бьете, действительно, не дай бог, кто тронет их! Не трогайте, не трогайте! Мы потеряли. Главное управление охраны. Напомню, как я его вытащил на 200 да. Мне его костюм надо. Ничего на траве. Сергей! Сергей! Профессор, дай мне!